Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор сайта «Избави Залин». Сейчас я хочу вам представить подъемник язычков, такое вот устройство. Если вам поднимать язычки нужно регулярно, это устройство для вас просто необходимо. Если же поднимать язычки нужно иногда, бывает такое у нас, такое вязание, вы можете изготовить подъемник язычков самостоятельно из обычной линейки. Как это сделать, я вам сейчас расскажу. Конечно, это устройство более грубое, оно выглядит... Самоделка, она самоделка есть, для разовых операций вполне сойдет. То есть оно облегчит нам работу. Но если вам такой подниматель язычков нужен регулярно, конечно, рекомендую приобрести фирменный. Заказать его можно у нас на сайте, без проблем, он всегда есть в наличии. Итак, как же нам сделать вот такую вот линейку? Сейчас мы с вами будем разбираться с этим вопросом. Смотрите, как работает это устройство. Мы просто ведем им вдоль всех иголок, и они, видите, язычки поднимаются сами. У нас все язычки поднялись. Не можем купить такое устройство, сделаем его сами. Для этого нам нужна деревянная линейка, палочка от мороженого, что-нибудь такое, деревяшечка, которую легко резать и которую легко придавать форму. И берем карандаш, хорошую линейку, которая у нас, которую можно прочертить линию, и делаем линию. Главное условие — острый краешек вот здесь, чтобы вот этим краешком мы могли, поднимать иголки. И наша задача теперь по этой линии разрезать нашу линейку. Либо распилить ее пилой какой-нибудь тоненькой, либо ножиком, если ничего нет. Сейчас я попробую ножом отрезать вот эту вот часть. Просто возьму и вот так вот ножом, как раньше резали в пионерских лагерях, стругали палочки дети, вот точно таким же способом отрезаем линейку по линии. Он просто вот так вот состругиваю куски аккуратненько ножом и отрезаю эту линейку. Видите, осталось совсем чуть-чуть. Самое главное — выдержать вот этот остренький кончик. Вот это самое главное. Так, ну вот смотрим, что у меня получилось. Самое главное — остренький краешек, остренький вот этот кончик, который будет проходить между иголкой и язычком. Сейчас посмотрим, как это работает. Берем наш новый механизм иглоподъемный, заводим между язычком и кончиком иглы и проводим по всему ряду. У нас все иголочки поднимаются. Видите, все язычки опустились на свое место. Сравниваем с фирменным устройством. Эффект тот же самый, только на изготовление вот этого чудо-устройства у меня он ушло меньше 3-5 минут. Как вы видите, оба эти инструмента справляются с задачей подъема язычков на иголках. Только один фирменный аккуратный, второй самоделка, вот такая вот линейка. Но если вас устраивает качество линейки, вы можете пользоваться ей. Если вам нужен фирменный настоящий инструмент, пожалуйста, обращайтесь на сайт «Избави Залин». Этот и другие инструменты вы всегда можете заказать у нас на сайте «Избави Залин», где мы поможем вам не только с комплектующими и запчастями для ваших машинок, но и поможем научиться вязать. Ждем вас на сайте «Избави Залин».